В рамках фестиваля «Русская каша» в Белгороде устроили гала-ужин под названием «Национальный акцент». 4 шеф-повара из Казани, Липецка, Воронежа и Торжка не просто представили древние блюда своего региона, но и провели мастер-классы по их приготовлению. Ксения Голуб поделится впечатлениями. А пока вы каравая моего до кваса именного отведаете, расскажите, откуда вы приехали, поведайте. Историческая атмосфера окружала пришедших на гала-ужин «Национальный акцент» с порога. Гостей, как принято на Руси, встречали караваем и любимым национальным напитком – квасом. А затем в зале тон задавали ведущие народные коллективы города. Русские песни настраивали пришедших на погружение в национальную кулинарную культуру. Легендарная хозяйка гостиницы в Торжке, где останавливались Пушкин и император Николай I, Дарья Пожарская, в исполнении Галины Шарапковой, поделилась с гостями рецептом своих знаменитых котлет по-пожарски. Старинный рецепт дошел до нас через века практически без изменений. Оценить вкус этого блюда смогли и участники ужина. Презентуем пожарские котлеты именно 1853 года рецепт. Все секреты готовы сегодня раскрыть, поэтому будем рады, если наши котлеты понравятся. А вот Виктор Кабилов из Воронежа признался, что привез сразу несколько редких блюд и напитков. Сегодня уникальное блюдо – это полба по-воронежски. Полба – дикий сорт пшеницы, то есть предок нашей современной пшеницы. Это очень полезная каша, а будем представлять ее как десерт. Кроме полбы и котлет по-пожарски, гостям предложили узнать старинный рецепт вырезки по-булгарски, удмуртские перепеки и липецкие блины. По словам организаторов гала-ужина, такого рода мероприятия сегодня интересны и востребованы. Они дают возможность узнать, что кушали наши предки в Древней Руси и в чем заключался секрет их здоровья и долголетия. Сегодня представляем интересные блюда кухонь не только Белгородской области, да, но и других регионов России, которые будут интересны каждому, кто принимает участие в сегодняшнем мероприятии. Необычное гастрономическое мероприятие, где мы видим не только, скажем так, сами блюда, да, но и рецептуру их приготовления вместе с теми замечательными людьми, поварами, которые их готовят. Все блюда, которые оценили гости вечернего мероприятия, смогли попробовать и горожане в рамках открывшегося в день города фестиваля «Русская каша». Ксения Голуб, Сергей Драчев, к этому часу, Белгород.